Вот этот магазин. Ну, стоянка здесь, конечно, большая. Но уже закат на морозец, друзья, на морозец. Как бы похоже, да? Да, Наташа? Ну и вот и время работы заодно посмотрите. Сегодня до 6, да, вот, пожалуйста. Ну вот, друзья, зашли мы в отдел, где люстры. Ну тут столько всяких, посмотрите. Вот потихонечку мы походим пока. Но надеюсь, ценники будут... Ценники видно вам? Да, конечно. Всякие разные. Ну, давай вот так вот. Вот здесь вот так вот пойдем. И будем показывать вам. Но сейчас акции большие, да. Большие акции. Ну, мы так примерно полетаем, друзья. Потому что цены тут... Просто мы устанем, называть, но устанем. Надеюсь, вам видно цены. Да. Но люстр очень много, конечно, много. Нет, я не спорю, может быть, где-то в других магазинах у вас там будет и побольше, конечно. Да, то, что мы ищем, пока мы еще не найдем никак. Ну, хочется такой же формы, как у нас и те. Сколько у нас? 3 штуки похожих, да? В смысле, одинаковых. И хочется, да, хочется найти такую же. Хочется найти такую же. Ну, я буду так замедленно, друзья, так вот летать над ними. Смотрите, вот какие цены примерно. Ну, сейчас мода пошла. Вот такие на кухнях, скорее всего, да. Вот такие. Сейчас я там тоже ж могу пройти, да? Пойду. Вот в этом районе теперь пройдусь я вам. Вот такие, смотрите. Ну, здесь, я говорю, играет музыка, но я включил микрофон, поэтому вам музыку и не будет слышно. Только вы меня будете слышать, когда через микрофон. Ну, что только не придумаю, друзья. Ну, всякие, всякие, всякие. Ну, кто во что гораздо, кому что-то нравится, понимаете, уже надоело все однообразие людям. Вот что-то меняют, посмотрите, вот всякие. Вот, пожалуйста, смотрите. Ну, вот так вот примерно. Да, большой выбор, большой. Вот такая вот тоже, посмотрите. Так, теперь я пройду вон туда. Может быть, мы что-то себе найдем. Нам в коридор, нам не обязательно такую дорогую, нам не надо. Нам в коридорчик небольшой. Там, где переходной у нас коридор между комнатами. Ну что ты тут еще? А мы здесь с тобой еще не были, да? Вот, не хотите такую люстру? Ну да. Вижу. Ну да.
На Путина будет совсем много ярко. Сильно ярко будет? Ну, хорошо, что ярко. Ну, вот такой вот выбор еще, друзья. Вот такой вот выбор. И мы постепенно хотим показать вам, перейдем туда, где телевизоры. Это всю технику, посмотрите, вот, пожалуйста. Вот стоит 579. Ну, сейчас акция. Это большой, большой. Вот 475, смотрите. Там 489. Да. Я же говорю, по акции. Давай. Вот здесь, вот 400 евро. Вот такие. Так, фирму, подожди, что? Ой. Смотрим с Натальей, это Samsung, господи. Samsung, там Samsung. Это LG. Вот LG. Да, друзья, вот еще больше. 620 евро всего. 620. Смотрите, какие огромные. Вот ты стань, Наташ, рядом. Смотрите, какие большие. Ну, цены, я надеюсь, вам видно, друзья. Вот. Ну, вот смотрите, стоил 1700, сейчас стоит 969. Вот он, смотри, 620. Всего лишь 620. Ну, вот, смотрите. Угу. Вот именно. Ну вот, друзья, и покажем мы вам сначала вот телевизоры. Как и говорил я вам, тут что только нету. Ну, сначала телевизоры покажем. Цены. А тут уже нумерация пошла, потому что по номерам. Вот, к примеру, ну, давайте скажем, вот этот вот 36-й, да? 749. А 38-й сколько стоит? 379. Ну, это они разные. Разные, да. Ну, вот, к примеру, вот 46-й номер. 46-й номер, да? Вот этот телевизор будет стоить. 46-й, 479. Вот он. А вот этот маленький, 47-й, Наташ. А, подожди, откуда смотреть-то? Раз, два, три. Да, 219 евро вот этот 44. Вот. 44-й будет стоить 215, вот этот вот телевизор. 215 евро. 50-й будет стоить 409 евро вот этот вот. Ну вот пошли уже стиральные машинки. Так, здесь у нас ценники есть. Ну вот, слава богу, без номеров. Вот смотрите, везде тоже 30%. Это телевизором. Но здесь, по-моему, тоже. Да, большая скидка. Вот смотрите, 605 евро. Вот такая вот фирма. Да. Это LG 435. Подожди, это вместе с этим самым, Наташ? А, нет, он отдельно, там отдельно. Что-то это. Нет, отдельно, конечно. Вот, пожалуйста, Samsung 545 евро. Вот тоже такая фирма, 600 евро. Это Beko 419. Beko Samsung 479. Я буду называть уже с клиента карты, друзья. Я буду называть самую маленькую. 599. Electrolux
Вот Samsung 509. Samsung 519. Очень хорошие скидки. Очень. 565. 474 Electrolux. Пожалуйста, смотрите. Это Beko. 439. LG 459. Да, скидки хорошие. Вот черного, темного цвета. Но он не черный, но такой темный графит. Electrolux. 425. Это с клиента-картой. Вот LG белый. Надо мне это открыть, вам показать. Смотрите. Вот тут все причиндалы. Electrolux 459. LG 335. Ну, там все зависит от функций. Вот, от экрана. Там, в общем, все зависит. От внутренности, что там, какие функции. Вот чем меньше функций, тем они подешевле будут. Но здесь с дисплеем. Вот смотри, Наташа, с дисплеем. И всего 300 евро стоит. LG, пожалуйста. Так, это у нас... Ой. Она даже... А, вот где. Я думаю, где же у нее этот? А вот где. И какая большая. Внутри. Ну, когда мы ее покупали, не было ее, да, не было, не было. Ну, в следующий раз будем покупать, да, будем покупать себе другую модель, да. Ну, ничего, друзья, все нормально. Ну, вот, друзья, смотрите, я вот дошел до самого конца и, смотрите, разворачиваюсь. И посмотрите, какой ряд еще машинок. Пока пройдем по стиральным машинкам. Потом будет вот что. Вот посмотрите. Ну, давайте сначала, пока мы закончим машинки стиральные. Вот даже вот маленькая какая-то есть. Смотрите. Вот такие вот. Таш. Видела? 99 евро. Да. Скорее всего. Там осторожнее. Я иду вот так вот. Вот Samsung, пожалуйста. 375 евро. Я отойду подальше, чтобы вам видно было. Вот этот Аяк 449 евро, Samsung 399 евро. Повторяю, все с дисплеем. 435, LG, 495. Вот Whirlpool, тоже хорошая модель. 339, LG, очень много LG. 435. 200, да, акция большая. И с картой тоже очень большая скидка. Ну да, ар клиента картой, а там еще есть акция написана кое-где, да, есть. Вот, пожалуйста, пример, вот акция, смотрите, вот акция. А вот ар клиента карты. 250, ну это такие вот плоские. Нам они такие, тоже ну, тоже неплохие, да, ну... Дисплей, дисплеев не было, у нас был просто, ну, такой вот прямая была, ну, да. Удобно, а сейчас видно. Очень интересно, вот мы вам специально сейчас остановимся и покажем цены. Вот 359, смотрите, пожалуйста, вот такой барабан здесь, опа, закладываешь. Ну, ты не, ну, да, ну, ты не будешь, тебе это не нравится, я знаю, ты у нас такая была уже. Просто да, цены вам покажем. Вот посмотрите. Ну вот сразу начну отсюда. Вот смотрите, все цены на холодильнике вот такие. И вот пошли мы. Посмотрим, Таш, какой холодильник. Цена 669. Стекло. Вот стекло, посмотрите. Да, а он стоит вот на подставке, поэтому
Да, если ты домой привезешь его, он будет чуть пониже тебе. Но высокий. Нет, даже здесь Высокий, высокий. Вон стоит сколько достаточно. здесь. А сейчас мы откроем еще вот эту. Вот морозилки, какие большие, большие. Ну да. Но мне понравилось, какое стекло интересное. Да, о, какое стекло. Вот, друзья, смотрите. Так, сейчас мы пропустим людей и пойдем дальше. Так, все прошли. Вот Samsung, Samsung. Вот двойной большой, посмотрите. Вот такой. Вот такой. Стоит он, друзья, 899, а стоил 1289. Ну, в общем, я не буду вторую цифру называть. Смотрите. Таш, ты закрывай. Я отойду подальше. Давай. Покажи им, как это все. Вот такие вот холодильники. Да, вот ценники 499. Посмотрите, какой. Широкий, широкий, да. Вот следующий идет 400. Это все Samsung, друзья. Вот сейчас это LG. Открывай. Да, очень интересно. Вот следующим рейсом. Ну, с каждым годом все больше и больше, друзья. Вот Whirlpool, смотрите, какой. 559. Вот что нам не хватает, да, для фруктов. Да. Вот LG. Опять я пошлю. Вот все здесь LG, LG, LG. Вот, друзья, цены буду показывать вам. Все, друзья, мы все открывать вам не будем. Мы покажем вам цены. Вот посмотрите. Вот двойной тоже, посмотрите. 4, ой, 799. Ну-ка откроем двойной. Вот мне очень интересует двойной. Ну-ка, открывай. Ну, типа того, да. Не, а, морозилки внизу. Это все ячейки эти верхние. Ну, следующий дом, когда будем строить большой, примерно на 500 квадратных метров, вот тогда мы себе два больших, два двойных поставим, там, чтобы кофе нам делал. Ну, цены вы видели, да? Так что пишите комментарии. Не забывайте ставить лайки. Обязательно ставьте лайки, друзья. Делитесь с друзьями в социальных сетях. Продолжаем, друзья. Вот теперь дальше холодильники. Вот посмотрите, сколько. Ну, нет, ну, вот морозилки. Ну, нет, давай пройдем по холодильникам. Сейчас, сейчас. Вот 499, пожалуйста. Ну, все, можешь тогда не открывать. Мы вам просто покажем, друзья, цены. Цены 469, 349, 425, 395, 385, 445. Вот пошли Whirlpool, вот Bosch. Я сейчас пробегусь по ценам и развернусь. 279 очень хорошее. Наташа, посмотри, какое стекло. А вот здесь теперь уже пошли белые. Там желтое стекло, черное, а здесь белое стекло. 599 даже, а вот здесь еще дешевле. Вот я теперь разворачиваюсь. Таша, отойди-ка маленечко. А то вот так вот я хотел показать людям. А теперь я открою. А я показывал с той стороны. Да, я с той стороны показывал. Ну, такой же самый, как и там. Вот три модельки. Они, в смысле, одна модель, только разного цвета стекло. Вот такие вот холодильнички маленькие пошли. Вот мы приходим как раз. Смотрите, вот 259, 140 маленький вообще. 235 это вот этот. 289 вот такой вот. Вот всякие. Вот таких не было. Смотри, какие малюсенькие. 140 евро. Вот такие. Но это морозилки уже вот такие вот. Ну почему и себе такие тоже можно. Ну у кого большие. Большие дома 519, посмотрите, вот морозилка. Вот 275. Ну-ка, Наташа, открой 275. Может быть, мы такую себе возьмем? Неудобно это, да? Лаби, Палдес. Погоди. Так.
Теперь идем до... А, вот маленькая тоже. Ну да, ты говоришь, неудобные, да? 299. Ну, людям может быть удобно. 215. На этой цены нету. Ну вот, друзья, пробежались мы вам немножко по холодильникам и по морозилкам. Теперь мы вам пойдем покажем еще что-то. Вот, друзья, теперь мы вам покажем поверхности вот эти вот. И духовки. Смотрите, цена 405, 389. Индукционные плиты, вот поверхности, а я вам говорю поверхности. Ну давайте я буду показывать вам поверхности сначала, а потом пробегусь по духовкам. Вот смотрите, 249. Ой, Не какая! видно это Она не все. маркая, да. А вот такой 385. красивый белый кушан. Вирпал. А этот черный тоже вирпал. У нас, кстати, черная тоже. 279. 259, 329, 309, 339, 299. Вот такие узенькие пошли. 245. Электролюкс. Электролюкс, друзья. 125. Это двойные. 129, 135. Но это уже газовые пошли. Ну ладно, все равно покажем вам газовые. 159, 209. Теперь начнем показывать вам духовочки. А, еще поверхности. Ну давай, ладно, тогда поверхности. Вот такие, смотрите, 165, 245, 159, 205, 169. 167, 199, 199, так, двойная 159, 249, 199. А, кстати, мы тоже за 200 с лишним брали, да, какую-то? Да ладно, подешевели? Но большой выбор, тогда не было столько выбора, друзья, не было. Это в 2000... В 2019 году мы ее покупали. Вот когда мы в 2018 начали строиться, в 2019 мы уже все. Мы уже вселились в эту кухню. Это вот буквально сколько? 2019 год? 3 года обратно. Даже больше. 3,5 года. Потому что мы летом. Ну вот смотрите, духовки 179. Встраиваемые, вот эти встраиваемые 189. 199, 349, 325, 335. А, тут стекло черное. 269, 529. Но это зависит еще от фирмы. Электролюкс дорогая, да, 529. Вот Электролюкс. Тоже зависит от наворотов, скорее всего, да. 345, 299, 369, 319 и 199. Вот теперь газовые поверхности. 129, 229. Ну, теперь вот, Наташ, газовые плиты и уже, ну, обыкновенные с духовкой. Вот смотрите цены. Ты мне покажи, там разверни, я не вижу. Во, 329, 245. Да, теперь я вижу. 189, 279, 189, 389. Вот пошли уже такие из нержавейки. Там эмалированные, а здесь уже из нержавейки. Ну и стеклянные, естественно. Жаропрочное стекло. 335, 335, вот опять такие пошли, 329, 299, о, какая широкая, и какая-то широченная, смотри, я вот даже открою вам, ну, а здесь не так уж она и, 299, разверни, пожалуйста, а, 305, вижу, а я буду сам тогда, 379,
А вот тут уже пошли уже электро. Интересно, 4 их там? Да, 4. 239. 419. Индукционную? Во, пожалуйста, смотрите. Хотите вот индукционную. Ну, вот они. Хоп, хоп. Ну да. Вот я сейчас так чик. Вот так вот и убрал их. А цена 419, смотрите. 279. Так, теперь микроволновые печи. Смотрите, цены. 105. Или как они? Микроволновки, одним словом, друзья. 119, 75, 89, 109, 159. Там видно меня, да? 119, 159. Так, 87, 115, 99, 109, 115, 115, 78, 85, 75, 95, 82, 77. Да, это крышечки, это когда подогреваешь, ну, там, себе еду. Вот тарелочку ставишь и накрываешь. Вот тарелочку поставил. Вот сюда так. Ну, тут внутрь. Ну, открой. Покажу, да, открой. Вот туда. Поставил, накрыл. Накрыл. Чтобы не разрыть. Закрываешь. И она поехала крутиться. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Да, и поехали. А другие не знают. Скорее всего. Вот еще 69, 65. Это у нас микроволновки. Ну вот, друзья, и плавно мы переходим на роботов этих пылесосов. Смотрите, вот такой, пожалуйста, 179, если я поверху пройдусь, 185, 369, но все зависит, они еще тоже от функции, какие у них там. Вот, 339, ну да, моющий или сухая уборка, или все вместе, 389, 359, вот 300, ой, 235, вот 302. 399, 399. Это на зарядные станции. Это окна, наверное. Это по окнам, да? Окна чистые. Ну вот вам, пожалуйста. Ну вот, друзья. Ну давайте еще по утюгам пройдемся и будем заканчивать, иначе будет большое видео. Вот утюги, смотрите. Это паровой ты имеешь в виду, да? Да, вот она, я ищу его поднять повыше. Сколько он стоит? 95. 95 евро. Но вешалку мы повесим. И паром. И паром, да, вот как раз и вешалка. И она поднимается скорее. Вот это вот. Это как вот, да, да, он как телескопическая удочка вот эта поднимается. А 99, 140. Это 95, Наташа. Ну вот пошли уже подороже вот эти вот паровые. Вот 149. О, 149 и все. Вот такие есть. Ну, там с вешалкой. А цена почти такая же, да? Ну, вот утюги примерно, смотрите. Вот, ну, 90, 75, 109, 36, 45, 45, 35, 69. Паровые. Вот, смотри, какие, Наташа. Это что же паровые? Или? Ну, вот, не-не-не, посмотри, какие. Вот. Открой-ка ты там, как он открывается. Скорее всего, там где-то что-то. Да, не будем мы ничего ломать. Вот смотрите цены. А, вот, вытащил Наташу. Это паровые, да, паровые. Вот уже подставки. Ну, друзья, акции и скидки очень огромные. Вот посмотрите. Ну, почти что 30%. Хотел сказать половина. Ой, скажет, ну, Сережка, ты хотел обмануть нас. Нет, друзья, никого не обманем. 42,60. Да, но это ручные такие, простые. Вот такие цены, друзья, у нас. Давайте, друзья, пока мы будем заканчивать свое видео, продолжим когда-нибудь в следующий раз. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно ставьте лайки. Это очень нам помогает для продвижения нашего канала. А мы будем и дальше продолжать вам и обзоры цен. Мы давно собирались, но все некогда было, то летом свои дела. В общем, друзья, до следующих видео. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия.
мира, добра и дружбы между народами, друзья. До следующих видео. Ставьте лайки, не забывайте, друзья.